Короче, у нас не получается без происшествий. Викуля, значит, у нас крутанулась. Я не знаю, что у нее с рукой. А ты кепку оставила в номере? Так. Говорит, сломала. Покажи руку. Короче, взяли документы. Вот эта рукой, какая правая у нас. Намазали их кремом, там купили уже в аптеке. И решила я скорую вызвать. Посмотрим сейчас, через сколько приедет. В общем, хотим сделать рентген на всякий случай. Вдруг там что-то именно, я так поняла, запястье. Покажи, запястье, да? Запястье ж болит. В общем, понимаете, приключения. И сзади. Вот надо на всякий случай сделать рентген. Посмотрим, как здесь скорые работают. В общем, сейчас у нас время 17:36. Было 17:36. Через сколько приедет? Я еще объясняю им, звоню, говорю это. Говорю, рассказываю, говорю, вот улица. Они говорят, номер отеля. Я говорю, он без, вернее, не номера, а название отеля. Я говорю, он без названия. Сказали, документы возьмите. Ну, в общем, ждем. Потому что, ну, как бы, вдруг мазь не поможет, вдруг там сломано что-нибудь. Поэтому мы перестрахуемся. Что надо? Надо рентген сделать, чтобы точно знать, что все хорошо. А Кирюшка у нас же Кирюня в номере осталась сама. Мы ей зарядили телефончик, позвоню ей. Что да как она там. Хорошо здесь, что здесь частная, ну как бы территория, она играет. Там сама, чтобы ее с собой не таскать. А кто видит? Машина, что видит? Машина скорой помощи. Наверное, не знаю, посмотрим. Рыбки, вот рыбки на сумке, миленькие. Да, классные рыбки. Держи, вот так прижимай, вот так прижми. Сейчас я завяжу тебя. Так, ребенок по вашему адресу прописан, да? Белгородская, село Ближнее. Ну, она временно в другом месте, мы временно прописаны в самом городе, а это пригород. Так, держишь нормально? А какой адрес вам нужен? Я могу сказать, временно... Так. Удобно ручку? Ну, это ж не больно, укольчик, нет. Как комарик, пусть оболеть будет, обезболивающий. А куда, в какое место? Нет. Давай один укольчик сделаем, чтобы не болело, ты ж терпишь боль. Нет. А будет болеть ночью. Ладно, не больше плакать будет. Ладно, тогда намажем потом еще на ночь. Я не знаю, что там надо будет делать. Идем. От укола отказалась. Сейчас едем, я так понимаю, нам сделают рентген. Кирюху мы оставили. Кирюху оставили в номере с мультиками, с телефоном. Будем ей звонить. Что хотела? Короче, ждали мы. Я хотела просто на машине. В общем, смотрите, ребят, сейчас 18:15. Ждали мы, получается, 55 минут. Как вам для курортного города? Мы хотели просто на машине. В общем, нам оказали первую помощь. Сделали вот так вот, сделали руку, связали просто бинтом. И теперь мы едем в это. Едем теперь делать рентген. Эй, пожалуйста, тут некрасиво. Тут некрасиво? Ты принцесса, тебе нужно что? Этот, принцессная карета. Карета с лошадьми, чтобы красиво было. Понимаете? Чтобы красота была. Где-то смотри. Да? Ну, в окно, тут нельзя смотреть. Все хорошо будет. Мы на всякий случай сделаем сейчас тебе рентген. Все сделаем. И посмотрим. Дай бог, чтобы можно было потом тебе плавать, ручками махать. Надеюсь, все будет хорошо. В общем, с собой нужны были документы. Хорошо, что у нас... На карете есть. Да, на карете, принцесса. Нужны паспорт, страховой полис, свидетельство о рождении. То есть все переписали документы. И можно вот так вот скорую на курорте вызвать. Короче, ехали 50 минут, ехали к нам. С тем, что это курортный город, нормально все. Едем сейчас в больницу. Не знаю, какую, не знаю вообще этот город. И назад, наверное, будем добираться, уже на такси ехать обратно.
какие тут в машине. Мы все едем. Сейчас проезжали этот, ой, тут ничего не видно. Аквапарк джунгли или какой-то там парк. Короче, далеко от нас, от этого GMT. Так мы потом назад будем добираться. Такси будем, наверное, через Яндекс буду вызывать. Мегамир какой-то, Мегамир. Ого-го. Касса автовокзала. Камера хранения, значит, тут где-то какой-нибудь вокзал. Ну, не знаю, ЖД уже, наверное, проехали, потому что мы уже долго едем вообще. Может быть, в другую сторону куда-то. Еще сейчас. Ну, вроде пробки не стояли. Вроде бы едем свободно. Но все равно долго. И вот она, красавица, сидит. Поплавали мы сегодня, побегали на пляже. Больной. Сидит счастливый ребенок. Счастливый ребенок. Рассматривает всякие штуки, которые спасают людей. Благодарим, что все-таки у нас в России есть скорая помощь по полюсу. Можно вызвать по полюсу и поехать. Даже укольчик предлагали сделать. Зачем вызвала? А если сломала? Надо же помощь оказать. Она же срастется не так, заживет не так. И потом будет ручка кривая, запястье будет болеть всю жизнь. Поэтому мама вызвала. Мама же знает, как лучше. Мама же доверяет врачам. Врачи знают, врачи рентген делают. Надо обезопасить себя, понимаешь? Так что, ребят, такие дела. Приехали на курорт. Ну, я как-то, знаете, спокойно. Я надеюсь, все будет нормально. Я к этому все равно отношусь спокойненько, стараюсь. Ну, это дети, ну, всякое бывает, и всякое в жизни случается. В любом случае, надо благодарить за то, что есть, за то, что реально есть скорая помощь, есть помощь, и есть такая у нас система в России все-таки по полюсу, да, не все частное, не все платное, так что благодарим за это нашу страну Россию. Потому что есть такие услуги все-таки, какая-то бесплатная медицина, так скажем. Мы что, доехали наконец, заехали вот походу в больницу. Ага. Неужели наконец-то мы приехали? Останавливаемся. Будем выходить. Пойдем, вставай аккуратненько. Вот сюда на ступенечку, видишь? Раз. Вот, молодец. Долго, да? Это городская больница, да, считается? Да. Пойдем, пойдем, пойдем. Приемное отделение. Пойдем, но это не наше. Конечно, не в Белгороде. Я имею в виду, что анапское отделение. Это вот больница. Надо мне в регистратуру сейчас оформляться с документами, как они мне давали. Только сюда в регистратуру. Очередь там занимаете, просто убийца ажиотаж. И потом доктор вас там позовет. Хорошо? Хорошо. А кто последний в регистратуру? Мы последние. Да. Хорошо. Все, спасибо. Хорошо. Потом будем оформляться. Не расстраивайся. Сейчас будем это. Врач посмотрит тебя. Рентген сделаем. Сейчас оформляемся. Стоим в регистратуре. А потом пойдем к врачу. 951-765-1608.
А, ее или меня? А, Листопадова Антонина Николаевна. Песчаная, 19 улица. Это ГМТ. Ну, получается. Анапа. Спасибо, девушка дает. А? Вы стоите? Так, и телефон. Ага, 8-951-75-16. Я все принесла. Угу, все, заполнила. Господи, там попала сразу. Ну, это понятно. Угу. Вот в этот травматический, да? Спасибо. Да, уже все, никому не надо. Так кто сюда, получается, последний теперь? Вы, да? Да, 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 скажу. Спасибо. Здравствуйте. Вот не надо сюда брать. Меня ударили в лицо. Видишь, у меня все и болит. Что нужно? Я не подрочитала. Из-за чего? Все, вот сюда теперь нам травматически. Посмотрим. Я начал скрутить сам рейл, на который я не рассчитывал. Я не увел его. А это же не кто-то, что долго, еще назад добираться потом нам с тобой. Там, ну, все хорошо, такого прям серьезного чего-то нет. Здравствуйте. Добрый день. Викуль, иди сюда, сейчас к доктору, сейчас вот там. Да. Видишь здесь вот, что ломают вот эти вот все части? Плечо, локоть, суставы, запястья и все такое. Слушаю вас. Да, вот она, я не знаю, каким-то образом что-то сделала, я даже не видела, еще не рассказывала. Сейчас, иди посмотри. Где болит? Иди к дяде. Рассказывай. Расскажешь, что показывай. Иди поближе, там иди, побойся. Так больно, зайка? М? Да. А что, ты упала или что? Упала? Как ты упала? На вытянутую руку? Как ты упала? Расскажи. Ну, как расскажи, твой? Я же... Расскажи, я же не видела, не была рядом. Говорит, на турнике я как-то висела, а там он крутится, вот это вот как-то крутится, то есть вращается. И она не удержалась, видно, и на руку... Она мне рука соскользила. Я поняла, рука соскользила, и ты, получается, падала на руку, облокотилась, или ты еще на руку свою своим весом упал? Как это было? То есть, и как рука, вернее, у тебя, в каком положении была, да? Надо врачу понять, доктору. Так больно? Так больно. А где больно? Вот здесь больно? Да. Ну где именно? Покажи пальчиком, где прям больно. Вот здесь больно. Так больно? Нет. Нет, не больно так? А так? Нет. А так? Нет. Больно. Больно. Где запястье, да, вот это все? Это я еще и помазала этим, там, каким-то обезболивающим. Так, может быть, еще это сильнее. Больно. Ну, больно делают, просто надо же посмотреть руку. Потрогать, понять, что там, Викуль. Ну, не сломала. Сейчас рентген сделаем, посмотрим, потому что просто у детей немножко чувство боли утуплено, поэтому они... Утуплено, да? Да, они офигеть. Могут прямо с переломами ходить. Офигеть. Сейчас мы рентген сделаем, уже все, тогда уже будем спокойны, точно все увидим. Вынесли нам рентген. Сейчас пойдем опять к врачу. Тут страсти, вот так вот отдыхают на море. Детки, все на самокатах. Самокаты, скейты. А он на чем упал? На скейте? Ну, кто? Две руки, говорит. Да вон мальчик, видишь? Сейчас все рентген все делают. Да, надо аккуратно. Сейчас мы туда пойдем. С тобой.
Это у вас место прикрепления. Тут рядом, да, скейт-парк или да? Да, да, да. Фиксация эластичным винтом, либо вот такой вот замечательный акция с нами вот первый. Вы нашли мой телефон? А болит уже долго. Можете достать. Не надо родителям позвонить, а то... Да. Чтобы они знали, что за мной произошло. Как я? Ушел? Руки? Надежда? Да. Вы будете спать, только нельзя, чтобы на весу была. Короче, сломали мы в двух местах. Вот она, красотка, вышли мы. Давай я тебя возле... Подожди, Викуль. А, там скорая сейчас будет заезжать. Но мы потом отмоем. Сейчас мы отсюда выйдем, такси сюда подъедут. Вот она территория больницы. Вот здесь вот выход. Спрятался. Котик тут не приходил у вас? Ходил. Ну, он все. Он... С этим, с ошейником. Он туда куда-то. Он еще... А, там вышел. Котик, мотик. Сейчас через две минуты. Я тебе руку сейчас... А руки теперь как мыть? Мыть? Ну, так, пальчики теперь будешь мыть. Гипс теперь снимать нельзя. Поняла? Ладно, пойдем. Сейчас уже наш такси приедет. Пойдем. Там вот он сидит, смотри. Котик. Котики тут сидят, такие красивые. Ой, какой красивый он. Посмотри на него. У него, слава богу, нет никаких гипсов и переломов. Ух ты, какой добренький. Хорошенький котик. А мама, кстати, тоже вот так ходила, Викуль. Какой хороший, маленький. Мама вот так тоже ходила с лангеткой, как и ты, да? Гипс, с гипсом с таким. Мне тоже на руку делали. Ничего страшного. Нурофен сегодня тебе дам, сказали обезболить. И все, и спать. Самое главное, чтобы еще рука вот так вот не висела. Вот так вот, видишь, она на бинтике. А завтра сказали в поликлинику съездить. Вот завтра поедем в поликлинику с утра. Вот он. А там поликлиника. Вон там у него мама или кто-то там. Вот там. А, нет, там еще один тут. Ладно, пойдем, сейчас уже будут звонить. Но больно видно. Могла, но больно. Вот, кстати. А говорят, что при переломе нельзя, да? Ну, не, вот именно, что больно бывает тоже. Угу. Или вообще невозможно. В общем, сломали мы в двух местах. Уже вот сейчас почти приехали. Едем домой. Вызвали это Яндекс. Такую... Яндекс это такси, да? Яндекс Гоу. Такую повязку прирасили. Да, у меня тоже был гипс. И, в общем, сейчас пойдем за Нурофеном и за удобной вот этой вот повязочкой, чтобы она у нее вот так вот держалась, ручка.